Всем привет! Мы с папой съездили в город. Папа бензин понес в гараж. Закупились комбикормом для наших курей. 3 мешка. Потом сахар. Там разное такое. Тут вот. Сейчас, короче, дома все покажу. Все, что я купила. Погода у нас сегодня хорошая. Тайсон, поздоровайся! Тайсон! Тайсон, скажи здрасте! Ты что сегодня лапами даже не здороваешься? А, он мух гоняет. Да, ты мух гоняешь. Ладно, вот такой вот у нас день. Детей что-то на улице не видно, даже подозрительно. Пойдем домой заносить и обзор снимать. Так, дорогие друзья, начну показывать то, что купил. В первую очередь покажу это порошок на 2,5 килограмма по цене 199. Потом мыло антисептическое. Также взял у папы себе вот такой фонарик. Должен вот так вот светиться. От сна у него 199 рублей. А я себе взяла вот такой вот крепеж для телефона на велик, да, по 149. И потом в другом магазине купила себе сидушку 530 рублей. Папа попросил, он мне купил. Она мягкая, хорошая, да, мне понравилась. Потом на оптовой базе мы взяли вишневый компот. Нам очень понравилось. Потом взяли батарейки. Дальше. Папа взял себе контейнеры, это он на обед, на работу, чтобы возить. Ну, конечно, не все будут использовать, но в целом. Потом взяли совок новый, потому что наш совсем старый. Смесь арахисную. Я взяла одну дощечку на кухню по 77 рублей, потому что не хватает. Дальше. Майонез. Двухсторонний скотч мне очень нужен был. Да, давай покажу, чтобы Света забрала вот эту вот подводку, то она прям уже ждет, чтоб... Открой, покажи, тонкая, нет она. Потом дальше. Огурчики мы взяли. Да, вот такая вот подводочка. Ну, в принципе, на белом надо на чем-то показывать. Вот так вот. Тоненькая должна быть. Но потом Света покрасится, посмотрим. Потом скотч взяли. Ванечки с Мариночкой, с Оксенькой взяли вот такую зубную пасту по 79 рублей. Потом в фикс-прайсе взяла вот такие вот перчатки одноразовые написаны. Не знаю. Потом папа взял себе цепь опять. А что она по цене была? Что-то он ничего не сказал по цене, какая она. На штиль у него штиль 180-й. Поэтому извиняюсь. Не трогай, подожди. Потом это я купила человеку. Одному мне надо будет отдать. 2 шоколадки, 3. Тут получается 2 Анпингольд и Аленка. Это нет. Потом дальше взяли наушники. Нет, это обычные на компьютер. Простые, чтобы вы мне не рвали. Потому что вот эти дешевые 140 рублей. На, посмотри. И взяла наушники с микрофоном себе для трансляции. Покажи. Вот так вот рисует он. Для трансляции цена у них 1000 с чем-то рублей, но у них гарантия год. Покажи. А эти вот такие вот наушники, видите? На. В целом вот такие вот. Ну, вы еще видели комбикорм, сахар. Потом у нас должны рабочие прийти. Папа им взял кейс пива, чтобы помогали нам. Поэтому вот такие вот все наши покупки на сегодня. Так что, если вам понравилось, то не забывайте написать ваш комментарий. Взяла себе вот эти вот наушники сделать, чтобы трансляцию. Многие просят, Настя, когда будет трансляция. Ну вот, постараемся сделать обязательно, ребята, постараемся сделать трансляцию. И я довольна то, что я поменяю себе сидушку. А то на том велике с той сидушкой ездить просто невозможно. Сегодня папа попрошу, мне сегодня же поменяет. И мы, наверное, если вечером дождя не будет, с детьми прокатимся. Так что вот так. Дядя Виталий приехал. Дядя Виталий Спасибо. Приехал? Ну хорошо. Ладно, пошли мы на улицу. Красота. Раньше вот когда здесь ДК стоял, красиво было. Ленин и клумбочки. ДК сгорел, убрали. Тут у нас карусель, детская площадка. Мы со школы со Светой идем. Всем здравствуйте. Сходили в школу, отдали учебники. Идем на рынок зараз. Надо посмотреть бобы и горох. Во, все. Переходи дорогу. Мы со Светой по городу гуляем. Автобуса просто нету. А? Тут
туда, в сторону автостанции. Сейчас покажем, какую тут аллею засадили. Тут он красивую аллею засаживают. Там вот цветы садят. Возле администрации здесь вот цветы садят. Там в парке садят. Красиво будет, да, тут летом. Сходим, посмотрим, как будет красиво. Деревца посадили, рябину. Ну, мне кажется, коровы пойдут, все съедят. А? Смотри, как красиво. Скульптуру вымыли. А, скульптуру-то, ну, ее подбелили просто. А так вообще хорошо обустраивают парк возле администрации. Ну, садят. Ну, смотри, возле администрации самой-то посадили уже. Теперь только здесь садят. Ладно, мы пошли к перекату. Смотрите, ребята, какая красота речка. Вообще классно. Вода, правда, у нас нынче поднялась сильно. Но смотрите, какая красота. Мы идем к автостанции, и вот тут речка. Вообще красота. Природа. Но вода большая. Вообще большая вода. Ладно, пошли потихоньку. Идем, дорогу перейдем. Красиво. Свежо, да, Света? То, что заводов у нас никаких нет, у нас свежо в городе. Хорошо прямо. Мы идем, у нас автобуса нету, поэтому мы решили прогуляться до другой остановки. А там посмотришь ее, дальше уйдем, да? До комбината, может, до лагеря. Так. Полезно иногда походить. Иногда полезно походить. Учебная машина. Ты что, переходишь? Ну, пойдем перейдем. Красота. Многие говорят, ой, у вас какой старый город. Да, ребята, у нас тут старенький, но зато свежо. У нас никаких заводов нету. У нас чистый воздух. Немножко машины, правда, есть. А так воздух хорошо. У нас зато тут нету преступности никакой, да, Светик? Вообще нету преступности, можно сказать так. Да, иногда пожары бывают, но это редкость. Мы идем сейчас в магазин «Перекат» посмотреть корзинку на велик. Потом вам все покажем. Стоим со Светой на остановке. Она ест круассаны, пьет. Что это у тебя? Фруктовый ягодный микс. Ребята, купила я себе корзину на велик. 280 рублей. В принципе, недорогая. А вешается, и можно стяжками сюда закрепим. Для надежности. И тут у нас... Тут я рассаду купила. Свекру на кладбище увезти, посадить надо. И Свете цветок дали на лето в школе ухаживать. Ну и там кое-какие покупки аптечные. Корм взяла крысе, которая родила. Вот такой корм, потому что детки начали уже кушать. И здесь кое-какие покупки. И зашла, взяла салат еще. Несколько видов. И петрушку. Тут чиабатта в основном, хлеб. Курасана Егорка попросил. Потом краснодарский соус. А еще вон этот взяла. Я всегда сажу плоды укропа, семена укропа вот такие вот. Очень хорошо идут. Что там у тебя еще есть? А, тут бобы еще купила. Бумажку купили? Да, бумажку. И там Свете вручили приз за какие-то конкурсы, да? Так что ждем. Мини-курасаны, да, с шоколадом. Ну вот маленьким дашь. Дом попробую. 45% подарок. А, еще вот такую вот лейку взяла себе. Надо еще теперь шланг купить. У меня шланга нету, поливать. Тут разные режимы, я так поняла. У нас шланг старый совсем. А там сумка большая, клетчатая, в которой мы учебники увозили. Так что ничего такого мы не купили. Цветочки только то, что красивенькие такие. Я не знаю даже, как они называются. Это я свекру на кладбище взяла. Посадим ему, да, Света? Дедушки. Дедушки на кладбище посадим. Сейчас ждем автобус и домой. А дома все потом уже покажем.
там показывать-то нечего. Грамоту Свете вручили, Кате там, по-моему, грамоту вручили, и рамочку отдали, вышивку. Вышивку отдали, тут что-то вся в волосах. Ладно, едем домой. Всем добрый день, дорогие друзья, я приехала в город по делам. Купила бобы мужу. И сейчас иду в сторону автостанции, мне на машину встретить, забрать заказ. Мне позвонили сегодня и сказали забрать заказ. Поэтому вот так вот, идите вместе со мной. Все, ребят, получила я свой заказ. Домой приду, покажу, открою, что там. Три коробки. Сейчас жду автобус. Вон там он, я забирала заказ, там машина стоит. Приезжают, привозят. И сейчас сижу на остановке, жду автобус. Автобус только в ту сторону проехал. Вот придется сидеть, ждать. И потом дома распечатаю. Я еще себе газировку купила пить, потому что хочу. Сегодня очень жарко. Лимонад наш вишерский взяла. Вкусный лимонад, вообще нравится. Это именно у нас тут на Вишере его производят. Вишера — это так называется кратко наш город, Красновишера. А то меня тут спросили, Настя, почему вы так называете? Ну, потому что так кратко говорится. А по идее это город Красновишерск. Чистый город, красивый. Воздух чистый, у нас тут нет заводов. У нас, ребят, вообще красота, особенно летом. Ну, нынче постараемся поездить и вам все это показать. Так что оставайтесь с нами. Ребята, я уже приехала домой, и первое, что я покажу, то, что мне пришло, это пришел гамак. Вот такая вот фирма. Гамак вешать между деревьями. Ну вот потом у меня муж повешает, я вам покажу, как и что он. Цвет микс, вот такой вот он. Будем надеяться, что будет хороший. А остальное вы увидите на другом канале.